Удаленные игры из Play Market, часть 3. Помните такие игры, как Плитки Фортепиано 2, Rolling Sky и Dancing Line? Эти игры были удалены компанией Google из Play Market. Такое решение было принято из-за того, что компания Cheetah Games, которая разрабатывала и издавала данные творения в Play Market, добавила в свои игры чрезмерную рекламу, которая распространяла данные пользователя без его собственного согласия. Так Google защитила своих пользователей от нежелательного распространения данных.